Да. Да-да, междугородняя? Да, я жду. Алена, здравствуй, привет. Ну, как у вас? Что? Да. А Юрка как? Поправился? Насколько? Да. Ну, как я без вас? Знаешь, как я без вас? Да. Хорошо. Да нормально у меня все. Нормально все. Я говорю, нормально все. Да. Ну, хорошо. Я тебе перезвоню. Хорошо. Ну, нормально. Что случилось? Ничего не случилось. Люди целы, товарищ директор. Ладно. А с ним что? Запутался при переводе шиберов на воздухонагревателях. Подвел я вас, товарищ директор. Слушайте. Уходи отсюда, уходи. Потом разберемся. Что у вас произошло? Залито чугуном и шлаком все воздушные приборы. Но самое страшное повреждение – это дымовая труба. Нужно строить новую. Что? Это за месяц? Новую. Звонил? Дежурный горкома, Бережной, что? Велел доложить. Вот и доложите, я у себя буду. Ну что? Доложил. Ну? Кадышев слушает. Да, Андрей Лукич. От чудес всякого рода не застрахован никто. Но чтобы домну без трубы оставить, такого, Виктор Николаевич, я еще пока не видел. Чего молчите? Отвечать нечего. Лучше помолчать. А почему о такой крупной аварии сообщает не директор, а начальник цеха? Из педагогических соображений. Чтобы почувствовал, чего это стоит.
За это гнать надо, а не воспитанием заниматься. Ну, знаете, Андрей Лукич, если за ошибку рабочего будем гнать каждого начальника. Ну, а как я должен реагировать на это? Вот когда мы задаем подобные вопросы, вам ответ один. Решайте самостоятельно. В вашем положении, Виктор Николаевич, я бы вел себя скромнее. Да, кстати, я еще не докладывал в обком. Может быть, из тех же педагогических соображений поручить это вам. Ну, чего же вы молчите? Хорошо, Андрей Лукич. Я сам доложу. Всего лучшего. Нина Михайловна, нужно дать информацию в газету. Люди должны знать все о том, что произошло на заводе. Хорошо. Пожалуйста. Виктор Николаевич, нужно звонить в Москву. Надо. Савелий Тихонович, как фамилия газовщика, виновника аварии? Сидоркин. Все его виновники считают. А вы? Я? Не совсем. Как так? Тут такое дело. Незадолго до аварии с ним, с Сидоркиным, беда случилась. Жена у него тяжело захворала. Он взял отпуск на пару дней за свой счет. Мальчонка у него маленькая. Вот он и вертелся. То с женой, то с мальчонкой. Двое суток глаз не сомкнул. А тут его как раз на смену вызывают. Он же мог объяснить. В том-то и дело. Перед сменой он с Осадчим о чем-то толковал. О чем, правда, не знаю. А что сам Сидоркин говорит? Молчи. Глаза в сторону отводит. Нина Михайловна. Да. А что это вы у нас совсем в последнее время перестали бывать? Не знаю, Савелий Тихонович. Как-то... как-то не получается. Здравствуйте, товарищ прокурор. Следствие? А не рано? Но приедет комиссия, сделает выводы. Не намерены ждать. Ваше право. До свидания. Виктор Николаевич. Да. Почему вы в информации не хотите упомянуть Осадчего? Ведь он не учел состояние Сидоркина, душевное и физическое. Нельзя. Нельзя, Нина Михайловна, как вы выразились, упомянуть Осадчего. Иногда такое упоминание в прессе может много горя принести человеку. И душевного, и физического. А потом вина Осадчева еще не доказана. Ситуация сложная. Да и разбирательство будет сложным. Так что просто дайте информацию. Главное, никто не пострадал. Вот и все. Хорошо. Я могу идти. Да.
Скажите, вы знали, что у Сидоркина дома несчастье? Знал. Что же вы его не отпустили? Я и так оставлял человека на две ночи вместо Сидоркина сверхурочно. А на третью ночь некем было подменить. Пришлось самого вызвать. А может, он отпрашивался? Не помню. Ну, замотался. Вроде бы нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Я к вам. Жалко прелестную девушку. Проходите, пожалуйста. Они подплыли к листу кувшинки и перекусили его зеленый стебель. И вот лист с дюймовочкой поплыл по течению. Проходите. Садитесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Теперь жаба уже не могла догнать девочку. Вы извините, я сейчас. Белый мотылек опустился на зеленый лист. Уж очень ему понравилось. Маленький путешествие. Как себя чувствуете? Да я-то ничего. Он мается. Совсем не спит. Чуть прикорнет и тут же схватывается, как ошалелый. Скажите, строго с него спросят? Не знаю. Это будет зависеть от обстоятельств. Какие тут обстоятельства? Схватил девочку и унес ее на дерево, а лист кувшинки поплыл дальше. Я один виноват. Меня и наказывать надо. Это я во всем виновата. Это все из-за меня. Вот свалилась я, а он целыми днями возле меня и возле сына крутится, нервничает, переживает. Да и по хозяйству сам. Хороший он у меня. Заботливый. Не надо было ему идти в тот вечер на работу. Измученный был, уставший. Так нет, говорит, боюсь бригаду подвести. Я уже и так две смены пропустил. А вот ведь что получилось. И завод подвел, и начальника своего. А с отчего? Угу. Любит его Толя, уважает. Толя после техникума задержался десятником на складе оборудования. Но зарплата там маленькая, а я его все пилю-пилю, дуреха. Как-то встретил Толя Осадчева, разговорились. Он пришел к нам домой. Ну и выдал мне. Говорит, он у тебя парень робкий, а ты его еще и так добиваешь. Ну вот с тех пор он как-то так начал Толю вытягивать понемногу. Устроил его газовщиком учиться. Сыночка помог в детский садик устроить. Хороший он человек. Надо было Толе в тот вечер отпроситься у него. А может, он отпрашивался? Да ничего я не отпрашивался. Птицы улетели в теплые края. Цветы завяли. Что вы тут? Как допрос устроили? Зачем вы так? Я разобраться хочу. Нечего разбираться. Толя. Я виноват, и все. Ну, не говори так. Человек добра тебе желает. Вы извините его. Он нервничает. Ничего, ничего, я понимаю. Вы меня извините. Вы выздоравливаете. Всего хорошего. До свидания. А потом пошел снег, и каждый... До свидания. ...была для дюймовочки словно целая лопата снега для нас. Однажды девочка выбралась из леса на большое поле. Снег давно уже был убран, и только голые сухие соломинки торчали из мерзлой земли. Дюймовочка шла между ними, как между высокими деревьями, и холод пронизывал ее. Наконец она подошла к норке. Ты не беспокойся, Катя. Все будет хорошо.
А что вы меня так разглядываете, а? Устали вы? Да. Есть немножко. Ну ничего, это пройдет. Виктор Николаевич. Да. В сегодняшней газете появилась статья. Надеюсь, не хвалебная? Проектировщики протестуют против изменения проекта оглофабрики. Вот. Так. Почему не вовремя? Они узнали, что работает комиссия по расследованию аварии. Вот и решили. Может и так. Виктор Николаевич. Да. Нужно дать ответ в газету. Вы подготовьте, я потом посмотрю. Хорошо. Виктор Николаевич, извините меня, что я с такой новостью. У меня сейчас все новости, знаете, какие прекрасные? Может быть, все-таки поедем ко мне? Нет, Дима. Не сердись. А ты не заметила, что в последнее время мы все реже и реже встречаемся? Заметила. Дима, я хотела спросить. Что было сегодня на комиссии? Сидоркин горит. Почему только Сидоркин, а Осадчий? У Осадчего ползавода знакомых, да и в комиссии тоже. Сидоркин не сознается. Говорит, что ни о чем не спрашивал. Врет, да? Странно. Знаешь, Дима, странно, что Кадышев назначил в комиссию Расулова, а сам вроде бы устранился. Маневр. Ему легче потерять газовщика, чем начальника цеха. Это не похоже на Кадышева. Почему? Он другой человек. Ты не замечаешь, что в последнее время ты слишком трогательно о нем печешься? Ему трудно. Только ему. Боишься, что дочь увидит? Я не боюсь, Дима. Я люблю ее. До завтра. Да. Сложная ситуация. Ну и что же вы мне посоветуете, Анатолий Семенович? Ну, исходя из заключений комиссии и юридически, у вас все основания обвинить во всем Сидоркина. Юридически. И Сидоркина. Ну, а каким приказ это должен быть? Я не знаю. Не знаете? Я знаю одно, Виктор Николаевич. Приказ должен быть справедливым. Он должен восприниматься как справедливый, всеми без исключения.
Ведь Осадчий тоже виноват. Он виноват. Он знал, как тяжело Сидоркину. Знал и молчал перед комиссией. А Сидоркин из чувства благодарности всю вину берет на себя. Но не такое уж плохое чувство. Чувство благодарности. Да чувство хорошее, если б не авария. Осадчий надеется, что к рабочему отнесутся мягче, чем к нему, руководителю. Может, вообще простят. Осадчий молодым парнишкой прошел всю войну. Всю, от начала и до конца. Уже 30 лет работает на заводе. 30 лет. Мог он замотаться и не обратить внимания на состояние Сидоркина? Мог. Давно работать должна, людей не хватает. Ну и нажал на него. Тот согласился. Но для прокурора, если он выйдет на Сидоркина, это не аргумент. Для прокурора нет. Но мы с вами обязаны это понимать. В общем так, я буду просить министерство перевести Осадчего заместителем начальника цеха. Нельзя ему без завода. Нельзя. Ну, а Сидоркина временно в разнорабочие. Ну что, молчите? Устраивает вас такой приказ? Меня-то устраивает. Но в министерстве его осудят. Излишняя суровость к начальнику и попустительство к аварийщику. Да и с выводами комиссии он не совпадает. А с нашей совестью совпадает? Совпадает с совестью? Совпадает. Ну вот. Эх, подкосила нас эта авария. Черт возьми. Константин Петрович, спросить у вас хотел. Как вы отнеслись к приказу директора? Что же вы, когда комиссия заседала, молчали? Смелости не хотел. Не смог. Тяжело было бы с цехом, с заводом расставаться. Вся жизнь тут. И радость, и горесть. Нет у меня другой жизни. Константин Петрович, прокурор хочет дело возбуждать против Сидоркина. Если это произойдет, всю вину возьму на себя. Виктор Николаевич, да. Из министерства. Кадышев слушает. Виктор Николаевич? Да. Виктор Николаевич, генеральный проектировщик протестует против изменения проекта агрофабрики. И мы в министерстве категорически возражаем против срыва пуска. Вы знаете об этом? Знаю. Ваша затея с агрофабрикой не своевременна. После аварии у вас плохо с планом. Вы слышите? Я слышу, слышу, слышу. И что же вы собираетесь предпринять? То, что задумал. Виктор Николаевич, вам сейчас о плане нужно думать. Главное для вас сейчас план. А люди? Не занимайтесь демагогией, Виктор Николаевич. Вы же прекрасно сами понимаете. Вы хоть раз были на агрофабрике? Что вы молчите? Я говорю, вы хоть раз были на агрофабрике? А мне не нужно там. Ах, вам не нужно быть? А им нужно. Вот вы поезжайте сюда, один денек побудьте и подышите. Все, по старому проекту я строить не буду. У меня все. Виктор Николаевич. Верь. Давайте откажемся от этой затеи. Пока не поздно. Если вас так беспокоит совесть, то она будет чиста. Авария, чрезвычайное положение.
Извините меня, пожалуйста. Виктор Николаевич, может быть, Александр Григорьевич прав? От везения, черт возьми. Ну и ты сам это везение создаешь. Нельзя же так. Нужно подумать о себе. Ты голову им подставляешь. Ну, не важно с планом. Дом на пока стоит. Нового я вам, к сожалению, ничего сообщить есть не могу. Есть новый, подожди. Одну минуточку. Что там у тебя? Вот. Мы прорежем в куполе воздухонагреватель отверстий. А расчеты? Вот. Одну минуточку, вот расчет. Все в порядке. Слушай, Сашка, вы позвольте, я вам позвоню через некоторое время? Спасибо. Слушай, Сашка, ты какой же ты молодец-то, а? Так это ж мы, значит, все, выскакиваем? Вера Викторовна, с Бережным соедините меня. Ну и молодец. Виктор Николаевич, товарищ Бережной. Я вас слушаю, Виктор Николаевич. Так вот, Андрей Лукич, дом мы завтра пускаем. Как? Александр Григорьевич предложил вместо трубы воздухонагреватель использовать. Каким же это образом? Так вы знаете, я сам удивляюсь, а вот тут все расчеты уже сделаны. Да. Я разделяю вашу радость, но приготовьтесь к поездке в обком. Хорошо. Разговор пойдет о плане. Ну, это мы всегда готовы. Всего доброго. В обком надо ехать. Афоризм вспомнил. Если человечество не избавит воздух от дыма, то дым избавит землю от человечества. Да, грустный афоризм. Да уж чего веселого. Недалекую ли круг делаем, Виктор Николаевич? Не к тещине блины едем. За строгачом можно не торопиться. Правда, Васильевич? Правда. О, малышонок. На здоровье, здоровье. День добрый, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Пантелеймон Александрович. День добрый. Ну как, рыбка есть? Рыбка? Нет рыбки. Здравствуйте. Плохо с рыбкой, плохо, Виктор, да? Николаевич, плохо. Ну а что, и тарашкой не угостишь? Тарашка есть. Есть? Прошу. Ну, хорошо. Вон туда. Вот, Виктор Николаевич, прошу. Ну что, по нынешним временам это ничего. Чем богаты? Хорошо. Ну, а я... Можно это-то? Да, конечно. Ну, прекрасно. А я насчет ушиться. Хорошо. Анатолий Семенович, садись. Дело есть. Да, такую рыбку с пивком, хорошо. Так а что с пивком? Уже вот, видишь, уже делается. Василий, давай. Так, ну давай.
А то лавки вот эти вот обгладывать ведь надо. Держи. Пожалуйста. Ага. Рыбка любит влагу. Понятно. Но тебе нельзя этой влаги. Нельзя. Ну вот и давай. Влагу любит. Ну что? Виктор Николаевич. А? Пахнуть будет. Ну что, мы за рулем, что ли? Пахнуть будет. Пускай пахнет. Вообще ехать надо. Парадок поедем. Васильич! Заводи машину. Да что-то с мотором случилось. Чего? Прокладку пробило. О, там мотор неисправен. Непредвиденные обстоятельства. Что ж ты? Мотор у него неисправен. ЧП. Так ведь опоздать можно. Ну, а кто виноват? Непредвиденные обстоятельства, тут же ничего не поделаешь. А ты когда последний раз на природе-то был? Один раз, небось, в этом году? Почему один? Два. Два, ну вот видишь, два. Иван Васильевич, надолго это? Надолго. А что делать? Это надолго! Надолго! Успели. Да? Да, вот сейчас уже не успели. Все. Васильич! Отгони машину, а то она тут весь вид портит. Виктор Николаевич. А мы с ним в сговоре. С урока-то удрали, как школьники. Ну ладно, киснуть-то, ну. Залатаем план по-доменному. Тогда и в обком съездим. Может, еще и благодарность получим. Да, вам все смешочки. Да, мне все смешочки. Устал я от всех этих передряг за последнее время. Хочется хоть немножко нервы сберечь. А они ведь не железные, а, Анатолий Семенович?
Здравствуй. Здравствуй. Ну как? Ничего. Сталеварю понемногу. А ты как? И я понемножку. Воюю. Значит, все в порядке. Живем. Здравствуйте, Вера Викторовна. Здравствуйте. Виктору Николаевичу можно? У него сейчас заканчивается совещание, так что подождите немного. Угу. Хорошо. Главная черта руководителя – это знание своего дела. Не только на уровне современной отечественной техники, но и зарубежной. А остальное, Виктор Николаевич... Знаете, я без этого качества вообще бы к руководству не допускал. Но допускают. К сожалению. Я о другом. Я о личных качествах. Ну вот, например, руководитель должен иметь мужество не перекладывать свою вину на плечи подчиненного. Вы что-то хотели добавить, Константин Петрович? Нет. Мне кажется, руководитель должен быть человеком слова. Правильно. Как Александр Григорьевич, например. Обещал Курзанову удержать треть зарплаты, и хоть несправедливо, а удержал. Ну, а зачем же так зло? Дмитрий Савельевич. А что, вопрос этот имеет прямое отношение к нашему разговору. Руководитель не должен бояться признать перед подчиненным свою ошибку. Больше того, я считаю, руководитель обязан извиниться перед человеком, которому вынес незаслуженное наказание. Это относится ко мне? Не только. Но я бы так поступил. На твоем месте. Виктор Николаевич, министерство. Да. Хорошо. Я понял. Можно сообщить инженерно-техническому составу? Хорошо. До свидания. Меня отзывают в Москву. Завод примет Александр Григорьевич. Разрешите? Мне нужно... Извините. У меня все. Свободны все. Ну что, не надо. Каждого уходящего директора не оплачешь. Вас-то никто оплакивать не будет. Возможно. Простите.
Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, я хотела вам сказать... Спасибо. Дмитрий Савельевич, правда Кадышева сняли? Я не знаю. А тебе не все равно, да? Жаль. Хороший был директор. Тепло от него, что ли, какое-то шло. Про что ты читаешь, ты скажи. Подожди, не прочитал еще. Дим, когда ж твою форму с перегрузом пробовать будем, а? Ребята уж разогнались деньжат побольше получить, а ты тянешь все. Вот и ты о деньжатах заговорил. Да. Деньжат, Дим, вещь тоже нужная. Сам же говорил. И для завода выгода. Выгода? Он пишет, 1000 тонн металла в стружку идет. А ты говоришь, выгода. Вы бы хоть дома разговоры о заводе оставили. Со стружкой они сами разберутся. Наше дело еще больше металла давать. Так-то так. Ну, знаешь тоже, когда твой труд псу под хвост идет, обидно. Ты куда? Пойду с ребятами посижу. Дома скучно, делать нечего. Посижу. Знаю я ваши сиделки. Ну, я же сказал, все, завязал. Завязал? Скучно ему. Не знает, куда вечера одевать. Другие вот как ты в вечерних техникумах учатся. Ладно. Ну, ладно, я пошел. Пошел. Время пройдет, и сил, чтобы из себя настоящего человека сделать, не останется. Настоящего? Это который не пьет, не курит, за бабами не бегает, да? О, Господи.
Вот ты, например. Вы. Настоящие, да? Настоящие. Мы настоящие. Да? А что ж вы, настоящие, сидите и молчите, когда человека хорошего с завода убирают? Я без году неделя на заводе, то знаю, сколько этот директор хорошего для завода сделал. И для вас всех. Вы же сами его поддерживали. Да они-то при чем? Начальство, оно само разберется, а они... Ни при чем. Пусть там, наверху разбираются. Они люди маленькие, в сторонке постоят, подождут, чем дело кончится. Вот это настоящие, да? Оглашенный какой-то. Что мелет, что мелет? Да помолчи ты, мать. Это не совсем приятный разговор, Александр Григорьевич. Точнее, неприятный. Но я не хочу, чтобы вы узнали об этом от других людей. Я написал письмо в горком и обком партии, в котором выразил свое мнение, но думаю, что это не только мое мнение. Заводу нужен Кадышев. Спасибо за откровенность. Значит, вы считаете, что при мне завод будет работать хуже? Нет, не считаю. Ну так в чем же дело? В людях. Вот это я не совсем понимаю. Мне кажется, что руководитель должен давать отличные показатели, отлично вести производство. Или я ошибаюсь? Нет, вы правы, но не в этом дело. А в чем же? В Кадышеве. Вы понимаете, он за время работы на заводе создал атмосферу дружелюбия, доверия, при которой люди старались работать еще лучше, чем они. Значит, вы считаете, что я не смогу сохранить атмосферу, созданную Кадышевым? Так? Да нет, вы сможете. Но дело в том, что... Дело в том, Анатолий Семенович... что у меня нет мужества, которое есть в Кадышу. Я не знаю, какое решение принят в министерство. Но если Кадышев не вернется на завод, люди могут потерять самое главное. Веру в справедливость. А этого нельзя допустить. Нельзя. Thank you.
Его как зовут? Андрей Лукич. Андрей Лукич. Первый раз у такого начальства. Теперь можно мне? Да, пожалуйста. Здравствуйте, товарищ Бажутин. Присаживайтесь. Здравствуйте. Я слушаю вас. Я, собственно, вот к какому вопросу. Люди на заводе недовольны. Это чем же? Ну, что директора нашего, Кадышева Виктора Николаевича, забрали от нас. Ну, то есть сняли, что ли? А откуда вам известно, что его сняли? Ну, а как же? Ну, отозвали, что ли? Может быть, он нужен в другом месте? Вопросы руководства решает министерство. Ну да, значит, мы, рабочие, тут ни при чем. Нам все равно, кто нами командует, так что ли? Так вы, простите, как ваше имя, отчество? Савелий Тихонович. Савелий Тихонович. Так вы, Савелий Тихонович, за то, чтобы рабочие сами выбирали себе директора? Зачем же? Выбирать не надо. А вот прислушаться к нашему мнению не грех бы. Ведь директору-то с нами работать, план выполнять, а не только с министерством. Нет, я, собственно, вот в самом Кадышеве. Ну, как бы это вам объяснить-то? Ну, вот, к примеру, коптилка наша. Ну, то есть аглофабрика сколько лет коптит? И люди на ней сами не дышат, и другим дышать не дают. А он же за дело взялся. Выходит, он не только думает о том, как план ему выполнить, а о нас тоже думает. Мы, рабочие, это чувствуем, ценим. Ну, а конкретно с чем вы ко мне пришли? С просьбой. Добить, чтобы вернули нам директора нашего, Кадышева Виктора Николаевича. А вы не преувеличиваете мои возможности? Нет, не преувеличиваем. Вы же партийный руководитель. И не один вы, за вами завод, люди. Ну? Виктор Николаевич, вы думаете, это отставка? Думаю, думаю. Я вот думаю, курить тебе надо бросить. Ну, бросишь без меня? Здравствуйте, Виктор Николаевич. Я пришла проститься. Спасибо. Виктор Николаевич, наверное, из-за аглофабрики все так получилось. Да ну, что? Но все равно, я хотела сказать вам спасибо за все. Хорошая вы девица, просто Варя. Успехов вам, счастья, всего доброго. Спасибо.